Собравшиеся на площади своих чувств не скрывали. Тысячи людей пели, танцевали, размахивали флагами и плакатами. Изюминкой акции стал масштабный флешмоб. Молодежь в белых и красных накидках образовывала сердце, слова «Самара» и «Крым». Организаторы фестиваля – Самарский союз молодежи. Ребята сами ездили в Крым, чтобы оказать поддержку. Мы ездили туда помогать населению Крыма, крымчанам. Также мы помогали беженцам с Украины. Мы стригли детей, так как, вот, например, я парикмахером являюсь. Другие ребята помогали восстанавливать памятники. Также мы производили стрижки участников Великой Отечественной войны, убирали берег Крыма. Большинство россиян восприняли присоединение Крыма как восстановление исторической справедливости. Утерянные территории вернулись в родную обитель. Что касается крымчан, для них это возможность жить лучше, быть в составе страны, к которой ментально они всегда себя относили. Я из Крыма. Мы очень рады присоединению к России. Здесь учимся в институте связи. Атмосфера настоящего праздника, вокальные и танцевальные коллективы, выступления военных, воспоминания о Крыме, его истории и его будущем, конечно, в составе Российской Федерации. Все, безусловно, с одним настроением, все очень радостные, я смотрю, у всех воодушевленные лица. И мы здесь подходили очень много, милиция за порядком следит. Я в Крыму ни разу не был, но я хочу побывать, посмотреть на памяти, на горы, на всю природу. В акции «Мы вместе» приняли участие и первые лица губернии, неформальное общение с горожанами, объятия и рукопожатия. И, конечно, финальная песня, которую самарцы пели всей площадью. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Марианна Мирная, Константин Головин. События.